Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, старший национальный директор компании «Фаберлик». И сегодня мы с вами обсудим коллекцию школьной и спортивной формы, школьной одежды, я бы так сказала, а не формы. И, конечно же, покажем, как оно выглядит на модельке 4 года, на моей дочке Виктории. Ну, первое, что мы с вами заказали для дочки, это, конечно же, куртка для девочки. Артикул у нее 89688, цвет фуксия, размер 116. Состав тут очень интересный. Состав тут идет ткань первая, полочка и спинка 80% хлопок, 20% полиэстер. Ткань вторая, это рукава 100% хлопок. Вот такая вот красивая вещица, очень даже приятная. Карманчики тут, ну, такие под носовой платочек, но никак не под сотовый телефон. Тут все выполнено, как вы видите, ровно, красиво, аккуратно. Мне это очень понравилось. Тут идет антирастяжечка. Да, прям вот отсюда до сюда такая тянущаяся. Но видно, что тут идет вот эта вот вставочка, уплотнитель. Да, все гербы, да, вот эти вот, они вшиты очень качественно, хорошо. Это не рисунок, который у вас отпадет. Внутри есть такой небольшой, как вы видите, даже не начес, а как это даже сказать, очень теплая такая вещичка. Она внутри мягче, чем снаружи. Вот, рукава выполнены в виде резиночек. Резиночки не тугие. Также, как вы видите, внутри есть на рукавчиках небольшой такой начесик. Вот, в принципе, вещь нам в целом понравилась. Мне понравилось, как оно на ней сидит. На самом деле здорово, на самом деле классно. Вот такой вот дизайн. Спинка изделия также клетчатая. Да, вот, нет, не клетчатая, прошу прощения, да, выполнена прямо. А спереди вышиты вот такие вот, как бы, клеточками, да. Я почему-то подумала, что она клетчатая. Ну, в принципе, очень все так аккуратно, красиво. Ну, наши детки, я думаю, будут супер не только в школе, но и в садике, да. Все-таки мы с Викторией в школу еще не ходим, но приобрели такую вещь для себя в садик. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это вот такая вот вещь. Это узкие джинсы, брюки для девочки, цвет темно-синий, размер 116, состав 97% хлопок, 3% эластан. Они действительно узкие, и моей дочке не как раз, они на ней не висят, не болтаются. Кармашки тут, как вы видите, обмашки, широкая резиночка, тут можно вставлять поясочек, да, сзади кармашки настоящие. Вот, и, конечно, посмотрим, как они смотрятся. Низ изделия выполнен прямо. Они не плотные, они тоненькие. Вот, вы знаете, ткань, вот, кто покупал леггинсы Фаберлик, вот, чуть плотнее, чем леггинсы Фаберлик. И ткань тянется. Она что-то типа стрейчевая, но тянется не сильно. То есть, штанишки такие не плотные, но и не тонкие. Артикул у них 190-490, вот аннотация, да, 97 хлопок, 3% эластан. Вот благодаря этому эластану они и тянутся. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это вот я нечаянно заказала две таких вот абсолютно одинаковых кофточки. Ну вот вы знаете, я решила, что не зря, они очень удобные, они очень хорошенькие. Цвет у них нежный, приятный, и они идут с горлышком. Да, как вы видите, нечаянно в двух заказах заказала одинаковые. Это значит легкий трикотажный джемпер с высоким одинарным воротом для девочки. Артикул 190-172, цвет коралловый, размер 116, состав 80% хлопок, 20% нейлон. Кофта хорошо тянется, она не сильно плотная. Да, давайте с вами посмотрим. Да, такая вот кофточка, как вы видите, чуть-чуть слегка просвечивает. Если так натяжку, то, как вы видите, немножечко есть. Вот, поэтому ее нужно под маечку, под что-то. Ткань такая мягкая, приятная. Это мы сейчас с вами под мышечкой. Да, как бы вот все прошито хорошо. Низ изделия заужен такой вот нежной резиночкой, которая, в принципе, хорошо очень тянется. И также низ изделия также выполнен, да, вот, значит, и горловина тут такая более плотная,
да, уже идет более плотная, все хорошо прошито, антирастяжка тут тоже есть, до определенного момента тянется, потом уже нет. Я думаю, вот очень удобно, очень такая хорошенькая кофточка, если честно, мне она очень понравилась. Конечно, я еще заказала точно такую же, только молочный цвет. Но вы знаете, она практически белая. Молочный тут еле-еле заметный. Значит, легкий трикотажный джемпер с высоким ординарным воротом для девочки. Артикул 190-159. Цвет молочный, размер 116, состав 80 хлопок, 20 нейлон. Тоже как бы точно такая же ткань, все, но просто светлый цвет. Понравилось мне, и было интересно померить. И вы знаете, я думала, если что-то не понравится, отправлю на возврат, но я оставила все, потому что действительно классная вещица. Это точно такая же, как свитерки, которые идут с горлышком, только она идет без горлышка. Вот как вы видите, абсолютно все одинаково. Даже не знаю, стоит ли мерить одинаковые модельки. Вот, значит, это у нас просто трикотажный джемпер для девочки, без одинарного уже идет ворота, да, и, конечно же, цвет молочный, размер 116, 80% хлопок, 20 нейлон, да, очень такая симпатичная кофточка, а вместо ворота, да, тут идет горловина, горловина тянется великолепно, как вы видите. И вещь не деформируется, вот что мне приятно, можно стирать в машине, везде. Вот, свежий такой цвет, очень даже приятный. Далее заказали мы вот такую вот футболочку, абсолютно белая, абсолютно классная. От магазинских она отличается тем, что это идет 100% хлопок. Она действительно очень дешевая, я не помню, меньше 300 рублей, по-моему. Даже идет по цене со скидкой, если вы регистрируетесь в компанию Faberlic, вам на всю одежду сразу автоматом скидка 20%. Да, и еще там плюс подарочки. Подарки гарантированы абсолютно всем, кто зарегистрирован, поэтому, конечно же, я стараюсь своих детей одевать в компании Faberlic и себе забирать подарки. Вот. Итак, это трикотажная фуфайка с коротким воротом, с коротким рукавом, простите, для девочки. Артикул 190-376. Цвет белый, размер 116, состав 100% хлопок. Тут у нас единственное, что мне очень нравится в компании Faberlic, это очень хорошо пошита всегда одежда, очень качественно. Брак мне, я не знаю, пару браков за 2 года попадалось, но я считаю, что это нормально. Также тут всегда для деток, для самых маленьких, идет вот на кнопочках горловина, для того, чтобы если изделие плохо тянется, то на ребенка не надо натягивать, он не будет психовать. И в принципе для меня вот это лично очень-очень важно. Вот, внутри есть как бы написано, да, что это серия базис Faberlic, размер 116. Ну и обычная такая белая, классная, под все подойдет. Я очень люблю такие белые футболочки, поэтому еще заказала вот такую тоже, которая под все подойдет, да, это уже 116 размер. Это у нас идет трикотажная фуфайка с длинным рукавом для девочки. Цвет белый, размер 116, также 95 хлопок, 5 эластан. Рисунок тут нарисованный, то есть он не вшит. Вот, посмотрите, пожалуйста, да, вот как изнутри смотрится. То есть рисуночек этот нарисованный. Краски все натуральные. А тут также горловина на 2 пуговках в маленьких модельках. Конец рукавов выполнен прямо, низ изделия тоже выполнен прямо. Вот такая вот простенькая классная кофточка. Далее, что мне очень понравилось и не понравилось одновременно, это мы заказали из школьной коллекции такую вот, как даже сказать, видите, все из упаковочки, немножко мятая, но не обращайте внимания. Какой-то цвет немножко такой не ярко-розовый, да, не ярко-нежно-розовый, такой грязновато-розовый цвет. И вот я как-то, не знаю, немножко разочаровалась, хотелось бы посвежей, поярче, посветлей эту футболочку. Но в принципе, когда мы ее одели,
она мне как будто, вот знаете, показалась как будто ношенная до этого. Но нет, она смотрится, в принципе, тоже симпатично. Мы ее оставили. Это легкий трикотажный джемпер с высоким воротом для девочки. Артикул 89629, цвет фиолетовый, размер 116, состав 95 хлопок, 5 эластан. Такая вот симпатичная вещичка. А гербик тут, ну или значок совы, тут вшит. Вшит, как вы видите, вот такой вот штучкой, да, но она снимается. Тело сейчас не стало снимать без вас, да, и тут уже все прошито. Также тут есть, да, логотипчик Faberlic, размер, который убирается. Убирайте это обязательно, но его очень легко, как вы видите, оторвать, убрать, чтобы он не мешал ребенку. Все хорошо, очень прошито, идеально просто. Вот. Качество хорошее, цены низкие. Вот это, конечно, самое такое приятное в компании Faberlic, что цена-качество, соотношение просто идеальное. И даже никогда такого нет ощущения, что оно, допустим, оставляет желать лучшего. Это трикотажный пуловер для девочки, цвет малиновый, размер 116, состав 100% хлопок. Отличный пуловер, тоже с двумя застежечками. Это только на маленьких размерах, на больших уже этого нету. А внутри, как вы видите, небольшой такой пушистый начесик, приятный ворсик, да. А тут идет антирастяжечка такая вот небольшая. На самом деле здорово, что это продумано. Концы изделия выполнены в виде резиночек. Да, вот это рукавчик у нас идет. Да, то есть тут, видите, все укреплено, все прошито аккуратно. И тут ни швы не торчат, они вшиты вот именно в рукавчик. Да, рукавчик тоже с таким начесиком небольшим. Вот, такая вот кофточка. Ну, она где-то будет чуть нам, где-то посередину попочки, я бы так, наверное, сказала. Далее, чтобы мне вам хотелось показать, это вот такие вот штаны. А штаны, конечно, очень большие. Остальное уже приходило, и мы с вами снимали это в прошлых обзорах. Штанишки размер 116, цвет ментоловый, 100% хлопок. Вот нам пришла кофточка таких штанишек в прошлом обзоре, когда я Вику снимала. А теперь пришли из автозаказа штаны. Тоже очень симпатичные, все на резиночке, все здорово, все классно, гуляй с удовольствием. Внутри, как вы видите, тоже начесик, они утепленные, в жару вы в них не походите никоим образом. А кармашки, ну вот так они у меня входят, то есть они внутри вот такие кармашки. Ну, под носовой платок пойдет, не знаю, может быть, в размерах больше карманы как-то более удобны. Конечно же, это модель на широкой резиночке, что мне всегда нравится в компании Faberlic. И есть затяжечки. Вот такие вот затяжечки. Вот такая вот классная вещица. Далее, поехали с вами далее, я заказала такие вот брючки. Такие вот брючки для девочки. Честно скажу, они нам тоже в обтяжечку. А давайте с вами посмотрим. Это брюки из джинсовой ткани для девочки. Цвет серый, размер 116, 87 хлопок, 11 полиэстер, 2 эластана. Вот такая вот симпатичная. Ну, они такие, не скажу, что симпатичные, они практичные. Вот, я нашла для них название. Значит, замочек железный, маленький такой, бегунок. И замок, все железо идет. Пуговка. Запасная, конечно же, обязательно вот туда, как вы видите, кнопочка. Далее, значит, тут логотипчик Faberlic, кармашек. Ну, тут даже пальчик еле входит. Да, то есть кармашки. Ну, не скажу, что очень глубокие, но телефон, я думаю, можно положить. Он отсюда уже не будет выпадать, более удобно карманы. И сзади тоже карманы, не обманы. А тоже здорово, тоже классно. Такие вот они длинненькие. Их, кстати, такие зауженные. Даже если вы с ростом не угадаете, то вы можете их подогнуть, и даже не будет это заметно. А что хочется про них сказать? Скорее всего, если у вас дети более-менее полненькие, моя девочка крупненькая, то вот вы знаете, я бы с удовольствием вот эти вот брюки из джинсовой ткани, да, заказала бы даже на размерчик поболее, потому что не знаю, как они себя поведут после стирки, но скорее всего они не сядут. У меня такое вот чувство, что они не будут садиться. И последние три вещи, точно такие же джинсы, только в синем цвете я приобрела.
Также все точно такое же, качество хорошее. Также есть запасочка, да, вот эта вот пуговка. Это артикул 190-402, такой же состав, тоже размер 116. Прям вот, просто вам показать цвет. Сейчас в моде не затиранный цвет, да, не застиранный, без там, без дырок, без всего, да. И вот, конечно же, ребенку самое то носить. И последние две вещи. Так, значит, вот такая вот вещица. Она у меня на левую сторону, я выворачивала. Мне тут показалось под какой-то из подмышек брак. Но я потом поняла, что это не брак, а просто ниточка рядом была. Я эту ниточку убрала, и она даже не была вшита в швы. Просто ниточка после производства осталась. И так я оставила ее вывернутую. Вот. Значит, смотрите, такая вот симпатичная футболочка. Она, знаете, идет такая слегка грязноватый, нежный голубой цвет. Также две застежки, также логотип внутри, а состав идет 95 хлопок, 5 эластан, это размер 116, цвет светло-голубой, в принципе, очень даже симпатично. Низ изделия выполнен прямо, да, то есть, ну, такая футболочка, да, специальная, в принципе, для школы. И вот еще такая футболочка, это серия базис у нас идет, к штанишкам, к костюмчику, когда жарко, да, то есть ребенку бывает, можно снять кофточку, да, вот такую вот, и ребенок останется в таких вот штанишках, в такой футболочке и в таких штанишках, если кофточку снимать, да. Это у нас трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки, артикул 190-389. Цвет ментоловый, размер 116, 100% хлопок. То есть тут уже 100% хлопок. Также две кнопочки аккуратненькие, все хорошо. И вот логотип Faberlic и базис. И что это размер 116. В принципе, симпатично, здорово, классно. Ну и давайте встречаем модель Викторию Кононову, 4 годика. Такая вот красота. В принципе, симпатично и спереди, и сзади. Симпатично. Сейчас мы одеваем легкий трикотажный джемпер с высоким одинарным воротом для девочки. Артикул 190-172. Вот его аннотация. Да, я думаю, что в принципе тоже цвет такой симпатичный, нежный такой, девичий, классный, да. Не можем от мультиков оторваться. Мы одеваем легкий трикотажный джемпер. Артикул 190-159. Вот такая вот красота. Ну, конечно, да, он точно такой же, как и предыдущий, только с горлышком, да, на ветреную погоду одевать удобно. Как вы видите, хорошо на нас сел. Ну, аккуратная вещичка, симпатичная. Да, Вик, нравится? А да, беленькая. Сейчас мы меряем футболочку, а вернее фуфаечку. Артикул 190-376. В принципе, вещичка классная, клевая, да. Ну, обычная футболка, которую можно повседневно носить с чем угодно. С джемперами, со свитерами, да, то есть с юбочкой, с джинсиками, да. Она такая длинненькая, как вы видите. Все хорошо. Вика, посмотри на маму, да. Все хорошо, все здорово. Ну, да, вот очень хорошо, что в компании Faberlic можно делать бизнес легко. У нас с вами трикотажный джемпер для девочки, артикул 190-196. Вот такая вот красота сзади и вот такая вот красота спереди. В принципе, аккуратненько, симпатично, вот знаете, с юбочкой особенно, да, здорово. Можно носить с удовольствием. Сейчас перед нами трикотажная фуфайка с длинным рукавом для девочки, артикул 89-445. Да, такая вот вещица. Да, дочка переживает, они там дерутся. Викусь, покажись, пожалуйста, на камеру. Вот такая красотка. Вот такой вот бантик. Скажи, не отвлекайте меня, я мультики смотрю. Ну, все здорово, все классно. Мне очень даже нравится, как смотрится. Мы одеваем легкий трикотажный джемпер с высоким воротом для девочки. Артикул 89-629. Вот такая вот вещица. Что хочется сказать, подошел нам нормально. Это как раз школьная форма. Как вы видите, сзади смотрится хорошо.
и спереди покажемся. Ну, в принципе, да, все нормально, идеально. Да. Сейчас мы одеваем трикотажный пуловер для девочки и брюки для девочки. Да, вот их артикулы. В принципе, пуловер сел как? Очень даже хорошо, очень даже нормально. А вот брюки для девочки, они тоже идут узковатые. Вот я начала сомневаться, войдут ли они. Ножка в них войдет, не входит, да, Люк? Не меряй тогда, бесполезно мерить. Конечно, вот, значит, трое брюк нам все малы. Малы по ширине, надо заказывать размер больше, если написано, что узкие. Ну, давайте тогда посмотрим просто на кофточку. Посмотрим на кофточку. В принципе, кофточка хорошо смотрится. Вика, как ты себе нравишься? Да, нравится, да, нормально, ты говоришь, нормально, да? Ой, выпендрежница. Ну, в принципе, все хорошо, кофточка подошла. Сейчас мы меряем трикотажные брюки для девочки 190-451 и фуфайку для тоже девочки с длинным рукавом, артикул 190-324. Подошло все хорошо. А сбоку у нас пуговки, да, как вы видите. Так, дай-ка, Викуська, я тебя поправлю. Ну, в принципе, да, симпатично, нормально. Давайте посмотрим, как оно смотрится. У нас переезд, не вся еще мебель установлена. Мы на новой квартирке видео снимаем. Ну, как вы видите, девочке понравилось, смотрится с удовольствием. Как-то бы вот кадр подгадать бы нам, да? Ну, в принципе, да, красиво, нормально. Вике идет, я бы так сказала, что идет. Да, идет хорошо. Со всех сторон посмотреть. Невелика, я переживала, что кофточка будет велика. Ну, конечно, трикотажная фуфайка нам подошла отлично, замечательно. Да, как вы видите. Померили, все здорово, все классно. Брюки из джинсовой ткани нам малы. Нам малы, ребенка стесняют движения. И, конечно же, мы их будем отправлять. Но, в принципе, вещь хорошая. Вот брюки из джинсовой ткани, артикул у них 190-402. Берите как минимум на размер, а то и на два. Не забыла вам рассказать про кроссовки. Лежат они у нас на самом деле уже долго. Это у нас с вами идет полуботинки кроссовые для девочек. Цвет голубой, размер 27, артикул 88-402. Срок годности не ограничен. Простите, прочитала. Так, вверх значит текстиль, искусственная кожа. Подкладка текстиль. Стелька текстиль, подошва резина. Давайте, вот подошва у нас, значит. Тут, в принципе, отлично все, да. Ребенок меньше будет подскальзываться. Также они идут на липучках. Липучки длинные, хорошие, мощные такие, классные, да. То есть не то, что там чуть-чуть и оно перестает работать. Нет, тут очень хорошие липучки. Внутри изделие полностью беленькое, мягонькое. Ребенок у меня в такой версии другого цвета бегает, прыгает уже. Прошла одна стирка у нас в машине. И вы знаете, я довольна качеством. Ничего нигде не распалось, все здорово, все классно. Да, то есть, ну, конечно же, обратите внимание, вот сами, да, просто молча вам покажу все шовчики. В магазине, конечно, если такое качество, то оно стоит реально дорого. Оно стоит дорого. Потому что они аккуратные, красивые, хорошие такие, да. Ну и давайте в застегнутом виде. То есть тут длину можно регулировать. А что хочу сказать, как они смотрятся на ножке? Они нам взъемом немножечко маловаты. И мы, конечно же, вот так не застегиваем. Мы немножечко приподнимаем взъем, да, таким вот образом, немножечко, и потом уже застегиваем. То есть у деток с большим взъемом вот это вот, конечно, место торчать. Если вам не нравится, то, конечно, надо специальную обувь со специальным взъемом. В компании Faberlic нет обуви, в которой был бы хороший большой взъем. Вот, по длине они нам подошли идеально. Вот, все здорово, все классно. А в туфли, не в одни туфли, как вы помните, в прошлых обзорах мы тоже не вошли. Вот.
Мы надели куртку для девочки. Она, да, очень похожа на бомбер. Цвет фуксия 116. Да, вот она, наша с вами аннотация. В принципе, смотрится здорово, смотрится классно. Запасные тут есть пуговки, как вы видите. И, конечно же, одеваем наши кроссовки. Кроссовки очень хорошо надеваются. Вот, Вика в них уже бегала, прыгала. Но вот, как вы видите, взъемчик у нас высокий, и у кроссовочек немножко остается беленькая липучка по бокам. Но уж, конечно, модная это сковородная. Да, очень, конечно, хорошо, да, вот такие кроссовочки, цвет свежий. И мне кажется, они ко всему идут, потому что это же ребенок. Даже с юбкой, смотрите, смотрится классно. Да, вот такая Ляля куда-то... А, гулять она пошла уже, все. Помаши. Давай, пока-пока-пока-пока, Вика, пока, молодец, умница.